Возможно, это просто молочное ограждение. Может быть, и мост вообще молочный. Не все так хорошо, могло бы быть лучше. За еду люди работают охотнее. Интересная бизнес-идея. Я хочу от него отсесть. А у тебя кто дура? Маша! Ну все нормально, настоящий живой город. Я стала замечать алкашей в Сарове. Лайфхак на будущее – проводить крупные чемпионаты в Сарове. Я знаю, чем займусь вечером.